Добрий день, колеги. Мабуть, будемо починати. Якщо ніхто не буде заперечувати, перейду на російську мову, бо є деякі колеги, які все ж таки розмовляють на російській мові, більш комфортно буде восприймати інформацію, тому, мабуть, перейду на російську мову. Ніхто не заперечує? Хорошо. Коллеги, смотрите, сегодня я вам расскажу про наши дополнительные услуги, за счет которых вы можете получить больше дохода, что вы можете предложить вашим туристам, и, соответственно, как можно расширить свой пакет, чтобы больше, скажем, сделать так более комфортный, приятный период отдыха ваших туристов, чтобы они ни о чем не задумывались и просто себе отправлялись в путешествие, начиная от порога дома и приезжая обратно, в принципе, уже не думая ни о каких дополнительных затратах и не думая о каких-то дополнительных, возможно, моментах, которые вы можете заранее продумать, им предложить, и чтобы они просто наслаждались своим путешествием. Сегодня хочу построить немножко по-другому, возможно, наше с вами общение. Мы будем потихонечку разбирать каждый по пунктикам наши разделы. И, соответственно, если у вас будут вопросы, вы можете подключиться, мы с вами их обсудим. Может, есть какие-то предложения, вы можете их предложить. Ну или, соответственно, вы можете в чате написать. Я постараюсь подробно рассказать. Если будут какие-то вопросы, конечно же, давайте с вами обсуждать. Поэтому можете, если что, подключаться и, соответственно, с нами вместе, скажем так, общаться, будем разговаривать. Смотрите, начнем с тех услуг, которые не входят в пакет, который вы можете отдельно приобрести. Это у нас идет TUI Shop, сертификаты и отдельно есть сервис TUI Transport and Hotels. TUI Transport and Hotels – это там, где вы можете взять, отдельно приобрести лоукост, вы можете забронировать дополнительные отели, которые, возможно, хотят отдельно ваши туристы. И если туристы у вас из региона, вы можете им забронировать ЖД или автобусные билеты, чтобы они могли добраться непосредственно до аэропорта. Если начнем мы по нашему отделу, у нас есть раздел «Дополнительные услуги». Здесь в верхнем правом углу, где вы переходите в раздел «Дополнительные услуги», здесь у вас будет полностью информация, что мы предоставляем по разделам. И, конечно же, выбирая раздел, вы можете ознакомиться более подробно с информацией. Если мы будем говорить о продукции, это у нас брендовая продукция. Здесь у нас вот есть раздел вот такой вот. Вы можете зайти сюда в брендовую продукцию и выбрать, соответственно, сувенирную продукцию, которую можно просто подарить и заказать туристам, или, может быть, им что-то необходимо, и вы можете его им предложить, забронировать и, соответственно, сделать такой вот бренд, которым, когда они будут пользоваться, они будут о вас помнить, и, соответственно, через время точно так же, увидя такую же продукцию, они могут обратиться к вам снова за туром. Здесь у нас есть разные папочки, есть блокноты, может быть. Появилась новая позиция у нас эко-рюкзак. Ну, часто у нас спрашивали эко-сумки, еще мы добавили эко-рюкзачок, вы можете заказать очень удобно, если использовать, туристы идут на пляж. Есть полотенце можно, есть термочашка, можно точно так же предложить вашим туристам в путешествие. Для деток можно рассмотреть, у нас появилась позиция надувной круг, поэтому если, как бы, если необходимость есть, вы можете заказать, просто подарить, если необходимо, вы можете предложить вашим туристам рассмотреть такой вариант. Для того, чтобы выбрать ту продукцию, которая вам необходима, вы просто добавляете у кошек, выбираете, у вас добавляется эта услуга в вашу корзиночку. И, соответственно, потом вы оформляете заказ, заполняя все необходимые поля, нажимаете «Замовите». Мы получаем этот заказ, формируем вам этот заказ, с вами мы выставляем счет связанности, вы оплачиваете, и после оплаты в течение 1-2 дней вам осуществляется доставка. Это что касательно нашего TUI Shop. Следующая позиция, которую мы точно так же предлагаем, это подарочные сертификаты. Если у вас приходит турист, и ему необходимо кому-то подарить подарок, и он не может выбрать, вы можете им выбрать подарочный сертификат. Для подарочного сертификата у нас есть разные варианты номинала. Во-первых, хочу обратить внимание, он идет электронный. То есть вы, когда его оплачиваете, вы буквально в этот же день получаете сразу же возможность его распечатать и выдать туристу сертификат. Сертификаты у нас есть номинал на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 гривен. Условия у нас прописаны, как его забронировать и как рассчитаться и получить. Также вам нужно будет подписать обязательно договор. Договор у нас здесь прикреплен. И, соответственно, вы можете выдать его туристам. Для того, чтобы забронировать, вам просто необходимо будет выбрать на номинал. Вы перейдете на страничку бронирования. Она схожая со страничкой бронирования тура. Вы заполняете фамилию, кто у вас приобретает тур, ну, приобретает, точнее, сертификат, не тому, кому дарят, а кто приобретает. Заполняете все необходимые поля, нажимаете «Пересчитать».
и, соответственно, потом бронируете. После того, когда вы забронируете, мы получаем вашу заявочку, она подтверждается, и вам выставляется счет. После оплаты счета с вами связывается менеджер и отправляет вам, соответственно, электронный сертификат, который вы можете или переслать туристу, или, соответственно, самостоятельно распечатать и выдать. Скажите, пожалуйста, может быть, есть вопросы по ту-шопу и по сертификату, чтобы мы могли дальше двигаться, я понимала, что есть вопросы или нет. Коллеги, есть вопросы? Я так понимаю, нет, тогда пойдем дальше. Да, еще хотела сказать, не забыла вначале. У нас будет розыгрыш 3 подарков, в конце я задам несколько вопросов, и, соответственно, тот, кто первый ответит, получит один из подарков. Будет 3 вопроса, 3 подарка будут разыгрываться, поэтому на каждый, кто ответит. Если кто-то ответит на 2 вопроса, то получит, соответственно, 2 подарка. Дальше перейдем к следующей нашей позиции. Это у нас TUI Transport and Hotel. Это раздел, где вы можете... Сейчас, минуточку, вышла с отдела, раздела дополнительных услуг. Это то, что я вам говорила, раздел, где вы можете выбрать и забронировать непосредственно дополнительные услуги по лоукостам, отелям, билетам автобусным и железнодорожным. У нас здесь прописана информация краткая в TUI Transport and Hotel, что у нас предлагается, какие непосредственно условия, если аннуляция или внесение изменений. Если нужно какие-то более информации, вы можете перейти больше за посыланием, и там уже более подробно будут на разного рода вопросы, ответы, если что-то как-то у вас получается нестандартный вопрос, обычно у нас все вопросы тут прописаны. Для того, чтобы получить доступ для бронирования, вам необходимо будет перейти до регистрации, пройти небольшую регистрацию, заполнить здесь несколько пунктиков, и, соответственно, в течение дня вам отправляются логин и пароль, и вы сможете тогда зайти в нашу систему, чтобы забронировать то, что необходимо. Когда вы переходите к бронированию, у вас открывается вот такое вот окошко, и вам нужно нажать на микквиток в верхнем правом углу и ввести ваш логин и пароль. Логин – это, как правило, ваш почтовый ящик, пароль вам обязательно отправит менеджер. Когда вы введете эти данные, у вас страничка перезагрузится, и вы можете выбрать то, что вам необходимо. Это авиабилеты, это ЖД-билеты, автобусные и отели. Когда вы бронируете, допустим, выберем железнодорожный билет, когда вы его бронируете, вам необходимо, допустим, выберем там Киев, Вов, и дату, давайте 28. Вы выбираете необходимое направление, выбираете дату, и у вас загружается вот такая страничка с разными вариантами выбора. Вы выбираете здесь уже то, что вам необходимо. Допустим, можно выбрать первый, вот выберем 002 направление. Здесь есть купе. Выбираем вагон, который необходим. При нажатии на вагон у вас открывается окошечко, чтобы где вы можете выбирать места, и, допустим, выбираете там 36 место. Заполняете данные, и у вас вот пишется стоимость 567 гривен. Эта стоимость нет. Для того, чтобы сделать свою наценку, здесь наценку вы можете сами регулировать ту, которая необходима. Вы с правой стороны нажимаете на кнопочку налаштования и устанавливаете, допустим, там 100 гривен. То, что вы хотите заработать на этом билете, как бы ваша комиссия. Вы устанавливаете, вы увидите, что ваша уже стоимость здесь пересчиталась. То есть здесь вы можете регулировать самостоятельно 100, 200, 300, сколько посчитаете необходимо, как вы, соответственно, договорились с вашим клиентом. Переходите до оплаты. Да, здесь нужно будет заполнить данные, заполним что-нибудь. Так, оно не оформилось, потом чуть уточним. Обычно вы сразу переходите к оплате, у вас формируется билет, вы его оплачиваете, он у вас, баланс у нас списывается, соответственно, оплачивается, вы сразу же можете его выдать вашим туристам. Когда вы выдали вашим туристам, нам падает эта заявка, и мы вам в течение одного банковского дня выставляем в личном кабинете счет, в личном кабинете TUI, и вы его оплачиваете. Для того, чтобы просмотреть ваши бронировки, то, что у вас за бронирование, вы можете открыть в верхнем левом углу, здесь есть витаемо, здесь есть список бажаний, если список замолвлений, и вы можете просмотреть, какие заказы у вас были, на какую сумму. Если необходимо что-то аннулировать, вы точно так же здесь же в личном кабинете уже можете перейти и, соответственно, или аннулировать ваш билет, или же вам надо будет распечатать, здесь вы можете просмотреть более подробную информацию.
Соответственно, она у вас будет в личном кабинете, и вы здесь присмотрите. Если вы ЖД-билеты, то в течение часа, когда вы бронируете, вы можете его аннулировать без штрафа. Касательно автобусных билетов и авиабилетов, здесь уже идет, вы отправляете запрос, и вам будет информация, с каким штрафом идет аннуляция билетов. Авиабилеты всегда со штрафом, автобусные билеты может быть штраф, может не быть штраф. Здесь все будет зависеть от самого перевозчика. Поэтому вы, когда будете аннулировать, вам сразу информация выдаст в системе, какой будет штраф у вас по аннуляции. По отелям, если вы бронируете отели, то по отелям есть два варианта. Вам могут сразу подтвердить, а может точно так же стать отель под запрос, и нужно будет кое-какое время ждать, пока вам смогут предоставить ответ. Как правило, в течение суток еще дают ответ, если у вас был отель под запрос. В принципе, по данной системе это все. Если, может быть, есть вопросы, давайте вам сразу, может быть, мы с вами его рассмотрим. Коллеги, есть вопросы по дополнительной вот этой системе? Я так понимаю, нету, тогда перейдем к следующему. Следующий раздел, который по дополнительным услугам, это уже мы с вами просмотрим то, что у нас входит обычно в пакет, когда вы бронируете пакетный тур. В пакетном туре, если вы обращали внимание, я здесь уже открыла один из туров, очень много разных разделов и очень много разных, скажем так, дополнительных услуг. Для примера я открыла Египет, Шарм-эль-Шейх. И здесь мы рассматриваем несколько вариантов. Первая услуга, которую мы предоставляем, это выбор места на рейсе. Для того, чтобы выбрать место на рейсе, у нас сейчас на данный момент есть по Розе Ветров, по МАУ, где-то до конца месяца ожидаем получения цен точно так же, и сможем завести, чтобы вы сразу в онлайне могли самостоятельно выбрать место, и не нужно будет обращаться. Логин и пароль где брать? По ТТН, если я вас правильно понимаю, логин и пароль вам выдает менеджер. Вы, когда я заходила на страничку, сейчас вернусь назад, не проговорила, наверное. У вас здесь есть перейти к регистрации, говорила. И вот здесь вы заполняете все данные, и по этим данным вам менеджер отправит информацию на почту, логин и пароль. Так, хорошо. Возвращаюсь назад. Есть еще вопросы, может быть, есть, чтобы я тогда уже переключусь полностью у кого-то? По предыдущему, по ТТНу. Так, хорошо. Смотрите, дальше возвращаемся к бронированию, то, что в кабинете личном. У нас первое – это рейсы. По рейсам, по Розе Ветров у нас на данный момент есть места, что вы можете добавить сразу в личном кабинете по МАУ. Как я говорила, где-то до конца месяца планируем точно так же завести. Для того, чтобы выбрать место, вам необходимо будет зайти на сайт, когда на бронирование, в разделе, там, где транспорт, рейс. Вы нажимаете вот здесь, вот у вас, если есть кресло, вы можете выбрать место. Вы нажимаете на кресло, и у вас открывается дополнительное окошко, где вы выбираете необходимые места. Сейчас минуточку загрузится. Вот. Когда вы будете наводить мышкой, у вас сразу же отображается цена, стоимость места, и вы можете, допустим, выбрать сразу определенные места. И вам будет прописывать, у меня два человека, поэтому два человека смогли добавить. То есть если будет три человека, сможете нажать, еще будет третье место. Если не надо вам место, вы не то выбрали, вы опять на него же нажимаете, и оно снимается. Обратите внимание, что первые ряды будут, конечно же, дороже, это 1085, аварийные места чуть дороже идут, тоже идут как первый ряд 1085, следующий идет по 930, а все оставшиеся будут у вас места типа 310 гривен. Поэтому, когда вы наводите, вы сразу же видите стоимость этих мест. К местам по перелету вы также можете, если на самом борту за услуги говорить, то можете добавить еще питание. Зачастую вам нужно было для того, чтобы добавить питание, написать запрос опять же на чартерный отдел, написать, какое питание вы хотите, и вам, соответственно, его добавляют. На данный момент мы выведели две позиции, которые вы можете сразу добавить в пакете. Это сэндвич, питание на борту. Вы его можете сразу добавить здесь или удалить, если туристы не хотят. Он у нас автоматически добавлен. Если ваши туристы не хотят, вы можете его удалить. Это на вылет, и, соответственно, есть такая же услуга на возврат. Если туристам не нужен сэндвич, вы можете выбрать горячее питание. Точно так же оно есть, вот горячее питание у нас на вылет, и, соответственно, есть горячее питание на возврат.
Для чего эта услуга в пакете? Зачастую, если у вас туристы вылетают после обеда, они могут прилететь, допустим, там 4, 5, 6 часов вечера, и пока они еще приедут в отель, обычно ужин в отеле может закончиться. И, соответственно, если туристы будут голодные, как бы они будут ощущать определенный дискомфорт. Поэтому я вам советую предлагать все-таки такое питание, потому что это как бы скрасит больше все-таки отдых туристов, они будут не голодные, и будет, соответственно, более, скажем, позитивное восприятие всей окружающей среды, и они будут спокойнее к этому как бы относиться, потому что все-таки не голодный человек, это намного счастливее более человек. Если ваши туристы хотят какое-то другое питание, вы можете у нас на сайте написать тогда уже на чартерный отдел, если у вас туристы выбрали совершенно другое питание, у нас есть расписание питания на сайте. Сейчас вам покажу его. У нас здесь расписано, что входит по Розе Ветров и по МАУ есть, что входит по Розе Ветров, что такое сэндвич и горячее питание, что в него будет, и так точно так же идет по МАУ. Но также есть питание, которое дополнительно ваши туристы могут забронировать. Если ваши туристы хотят другое какое-то питание, или, допустим, у них на что-то аллергия, и вам нужно выбрать другое, вы можете это заказать. Стоимость указана на сайте, но при бронировании другого питания взиматься будет еще дополнительно сервисный сбор в размере 75 гривен за человека по заявке. То есть, да, если вы в одну сторону бронируете, то будет 75 гривен. Если вы бронируете туда и обратно питание, точно так же будет взиматься 75 гривен сервисный сбор за человека. Что касательно на борту самолета. У нас есть еще услуги по трансферу. Есть услуга по трансферу, которую, если туристы проживают в Киеве, вы можете заказать ее по Киеву, или, допустим, они приезжают у вас с регионов, ну, допустим, на вокзал, или ЖД вокзал, или же автобусный вокзал, вы можете им точно так же заказать индивидуальный трансфер по Киеву. У нас прописано по районам. Выведено, что вам сразу будет видно Голосеевский, Дарницкий, Оболонский район туда, и, соответственно, есть обратный. Есть у нас трансфер комфорт, есть бизнес. Если здесь нет района, который необходимо, вы можете его выбрать. У нас расписан полностью весь список районов в разделе «Дополнительно», и вы выбираете необходимый, соответственно, его можете добавить тот, который необходим будет туристам. Когда будете добавлять такой трансфер, обязательно указывайте контактный номер телефона. Да, комиссию включают, касательно питания включает 10% комиссии, места на рейсе тоже включают 10% комиссии, по трансферам, которые у нас указаны, тоже 10% комиссии. В основном все дополнительные услуги включают комиссию 10%, за исключением экскурсии по Турции. Экскурсии по Турции у нас включают 7% комиссии. По страховкам, по трансферу, то, что я вам рассказывала, здесь вы можете добавить то, что у нас идет Киев, аэропорт Киев. Здесь трансфер идет непосредственно к Борисполю. Поэтому если у вас вдруг будет другой рейс, то по Джуляну мы не предоставляем такой услуги, только к Борисполю. И, соответственно, вы можете добавить. Также у нас здесь у вас есть сразу же в пакете групповой трансфер. Но если ваши туристы хотят индивидуальный трансфер, вы можете добавить. У нас есть сразу же вот прописан индивидуальный трансфер. Это уже по прибытию в страну отдыха. То есть, например, в данном случае это у нас будет Шарм-эль-Шейх. Если вы откроете Хургаду, это будет Хургада. Если вы откроете Анталию, соответственно, это будет Анталия. И, соответственно, это у вас в одну сторону, это у вас аэропорт-отель идет. И также есть индивидуальный трансфер отель-аэропорт. То есть, когда вы заходите на страницу, обращайте внимание, что верхняя часть это будет по направлению из точки, допустим, отеля, или же, точнее, извиняюсь, из дому в аэропорт, или же из аэропорта в отель, то есть в одном направлении туда. А, соответственно, ниже у вас будет это обратное, то есть, соответственно, из аэропорта, из отеля в аэропорт, и когда они прилетают, из аэропорта домой или куда там будет указано. И, соответственно, если вам нужен более повышенный индивидуальный трансфер, он точно так же у нас просчитан, и вы можете его добавить. Сейчас смотрю, его не нет, минуточку, сейчас где-то должен. Вот. Есть, кстати, комфорт и бизнес у нас, то, что я вам проговаривала. И должен быть
Сейчас не вижу, но еще у нас заведен отдельно дополнительно более повышенный VIP. А, извиняюсь, по Турции у нас заведен еще отдельно VIP-трансфер. Поэтому, когда вы зайдете, если по Турции, то у нас здесь будет заведена так, точно так же, как такси. Такси будет non-type, это без типа, это минимальный класс будет трансфера в Турции. Если вы выбираете Vito, то это, соответственно, будет машина Vito или VIP-минибас, соответственно, будет более повышенный класс машины. Это будет по Турции, по Египту он идет стандартный. Вопрос задали, если... Смотрите, если меняется борт роза на розы, то будет оставаться точно так же питание, то есть просто поменялся борт, ваших туристов, если поменяют, то точно так же будет предоставляться питание. Если будет меняться вместо розы, летит МАУ, то, как правило, обычно на данный вопрос этот вопрос обсуждается, но больше всего, что точно так же будет пересаживать ваших туристов, и, соответственно, заказанные услуги точно так же будут переноситься с питанием. Поэтому у нас как бы питание подобрано по пакету таким образом, что у нас и на МАУ, и на розе есть сэндвич, и, соответственно, если по горячему питанию там и там, обратите внимание, это рис с курицей идет. Поэтому если у туристов есть какие-то пожелания, допустим, или аллергии, или еще что-нибудь, обращайте на это внимание, и тогда придется менять питание, это нужно будет по запросу делать, ну, как бы, чтобы вы не добавили, а турист не будет есть. То есть уточняйте этот момент, чтобы вы тоже понимали по питанию. Может, есть еще вопрос по питанию сразу же? Нету. Так, хорошо, трансфера я вам рассказала, этот есть. Следующее мы перейдем с вами в дополнительные услуги, которые вы в аэропорту можете добавить. Это у нас Fast Line, Fast Track и Business Lounge. Эти услуги тоже добавили мы в пакет, вы можете сразу их забронировать, не нужно будет писать запрос на отдел, на чартерный отдел, что вам необходима эта услуга. Вы ее просто добавляете в пакете и, соответственно, вам предоставляется. Fastline – это у нас просто у вас быстрый проход всех таможенных условий, всех таможенных необходимых формальностей в аэропорту. Fast Track – это с доставкой до самолета на отдельном транспорте и, соответственно, отдельно есть бизнес-зал. Если необходимо, вы его добавляете, и вашим туристам на вылет он предоставляется. Если вам нужен он на возврат, в таком случае нужно будет написать сообщение в заявке на чартерный отдел, и они тогда добавят на возврате. Следующий момент – это у нас экскурсии. У нас есть, сейчас вам открою тур просто по Турции, покажу, где у нас находятся экскурсии. Если у вас туристы едут в Турцию, вы можете им сразу, чтобы они не с гидом разговаривали и бронировали экскурсии, вы можете им сразу отсюда рассказать, какие есть экскурсии, и, соответственно, их забронировать. Единственное, у нас момент, у нас сейчас в работе информация по экскурсионной программе по описанию. Мы надеемся, что к концу месяца мы выведем эту информацию отдельно, уже с полным описанием. На данный момент у нас только в заявке есть название всех экскурсий и, соответственно, там же у нас прописаны будут цены. Сейчас посмотрим, минуточку, где это должно быть. Смотрите, вот есть раздел экскурсии, на данный момент почему-то не отображается. Мы сегодня проверим, поправим, должно будет отображаться, потому что экскурсии у нас заведены. Странно, что-то изменилось. Да, экскурсии не отображаются, мы проверим. Чтобы вы понимали, здесь будут экскурсии, они тоже будут 7%, там 7% комиссии считается. Если после вы бронируете, нет, никакой разницы не будет, кроме одного момента, то, что если вы выбираете другое питание, там будет у вас сервисный сбор. Поэтому обращайте на это внимание, что по сервисному сбору, по питанию по-другому. Если вы просто просите добронировать одну из услуг, то вам просто добронируют по той стоимости, которая у вас есть в пакете. И, соответственно, комиссию точно так же она будет предоставлена по этой услуге. Я вам, наверное, мы поговорим еще по экскурсиям, наверное, на следующей неделе сделаем еще дополнительный, скажем так, вебинар, и там, соответственно, я вам тогда покажу, расскажу полностью подробно про экскурсии. Надеюсь, что к тому моменту будет отображаться. Просто на прошлой неделе было, сегодня что-то, смотрю, не отображается. Проверим этот момент. Думаю, все откорректируем и исправим.
Так, дальше у нас есть еще страховка багажа. У вас есть дополнительная услуга страхования багажа. Она тоже просчитана вот в пакете, вы ее можете добавить. Что само по себе подразумевает страхование багажа? Страхование багажа, она оплачивается 50 гривен за услугу, это за чемодан. И, соответственно, так, подождите, здесь вопросы у нас есть. Да, вы можете заказать трансфер от до аэропорта уже после бронирования отдельно, но обратите внимание, что это должно быть хотя бы не позже, чем за сутки, потому что эту всю информацию необходимо будет передать, и чтобы успели вам подготовить машину. Поэтому меньше, чем за 24 часа не советую вам добавлять. Если это больше, чем за 24 часа, конечно же, отправляйте, будем добавлять это, потому что, как правило, если, тем более в стране отдыха вы добавляете, то там могут уже не найти машину, если вы меньше, чем за 24 часа добавите, потому как заранее прописывается вся логистика по осуществлению трансферов для того, чтобы доставить всех ваших туристов, поэтому, пожалуйста, это заранее. Да, вы можете добавить только на одного человека по экскурсии, но только на одного человека. То есть это не является проблемой, вы выбираете себе, добавляете, насколько вам необходимо. На одного, два, часть туристов едет, на часть добавили. То есть это, в принципе, все возможно. На месте, когда ваши туристы приезжают, они приходят на инфовстречу обязательно гиду, и с гидом они уже просто договариваются, в какой день они поедут на эту экскурсию. Все экскурсии с первых чисел мая, они предоставляются каждый день, поэтому, в принципе, проблем с осуществлением поездки на какую-либо экскурсию у туристов не возникнет. Единственное, обязательно нужно проговорить заранее с гидом, когда они хотят поехать на экскурсию. По страховке багажа, возвращаясь к этому вопросу, страховка багажа, она предусматривает тот момент, что если ваши туристы потеряли багаж, они обращаются на стойку Lost and Found, у них есть страховой полис, по которому после получения документа на Lost and Found они обращаются в страховую, и страховая в течение суток, пока не найдется ваш багаж, выплачивает 1000 гривен за багаж, за единицу. То есть если стоимость самой страховки багажа получается 50 гривен, то есть заявки, если у вас 2 человека, вот как вы видите, у вас считает 100 гривен за заявку. Соответственно, если один из чемоданов теряется, на этот чемодан в течение, как я вам сказала, суток выплачивается 1000 гривен. Если чемодан через там 2 дня находится, 1000 гривен турист не возвращает, то есть она остается туристу. Соответственно, если в течение месяца не смогли найти багаж туриста, соответственно, выплачивается еще 1000 гривен за утерю багажа. И если, опять же, через месяц будет найден багаж, туристы эти деньги не возвращают страховой, они остаются в страховой. Но нужно понимать, что максимальное покрытие по данной страховке это будет 2000 гривен. То есть, в принципе, как правило, в большей степени чемоданы находятся, как бы это, скажем так, можно компенсировать небольшой дискомфорт для туриста, если будет какой-то момент с его багажом. Поэтому, в принципе, услуга достаточно пользуется популярностью. Можете предлагать туристам, она действительно интересная. Следующий момент, который у нас добавляется, это лабораторный тест. Это единственная услуга, на которую не насчитывается комиссия. Это услуга без комиссии, лабораторный тест. У нас есть две лаборатории, это Дила и Аналитика. Аналитика идет для Харькова и для Полтавы. Если необходимо сдавать, вы можете добавлять. Если же все остальные регионы, это лаборатория Дила. Когда вы выбираете, у вас есть возможность выбрать Дилу на вылет. Вот у нас первое идет вылет на Дила, на вылет. И, соответственно, есть Дила по прилету, тест, когда туристы приезжают по прилету, если необходим, вы можете ее выбрать, и, соответственно, ваши туристы сдают тест по прилету. По прилету для сдачи теста вы выбираете самостоятельно дату, когда ваши туристы хотят сдать. Это в день прилета, это на следующий день, это через день, через там 1-2 дня. Если ваши туристы вылетают перед вылетом, у нас система просчитывает таким образом, что вы ставите дату вылета, и она самостоятельно вам пропишет, когда у вас туристы будут сдавать. Как правило, для Киева это вы сегодня, допустим, идете, сдаете, завтра вы получаете результат, послезавтра вы улетаете. Если для регионов, в основном это, не в основном, это для всех регионов, вы сегодня пошли, сдали тест, завтра он отправляется на Киев и делается анализ только на следующий день. С этой даты у вас получается стоит дата регистрации теста, и вот получается через день
Вот вы сегодня сдали, завтра его проверили, послезавтра вам выдали результат, и на четвертый день ваши туристы улетают. Поэтому не переживайте, если вы видите, что у вас вот такой вот зазор для туристов по регионам, это абсолютно все нормально, никакой проблемы в этом нет, и, соответственно, вы можете спокойно их регистрировать, и вашим туристам теста хватит для того, чтобы вылететь. Есть один момент, есть некоторые регионы, которые... у нас не принимают в воскресенье тест, и получается на среду на вылет у вас будет стоять суббота. Здесь можете также не переживать, потому что Дила, когда делает результаты тестирования, она ставит в воскресенье 23:00 регистрацию, и в таком случае у вас у туристов как раз хватает времени, что они в среду могут успеть вылететь и прилететь, и теста хватает. Поэтому, но это там буквально, если не ошибаюсь, у нас 3 лаборатории остались, которые не работают по воскресеньям по регионам. Все остальные, в принципе, уже перешли на работу по регионам. Сейчас я перейду на описание по лабораторным тестам, покажу вам, как регистрация проходит. У нас есть вот лаборатория Дила разделение и лаборатория аналитика. По аналитике это вам необходимо будет обращаться за консультацией на харьковский офис, если будут какие-то вопросы. По аналитике Дила вам необходимо будет на киевский офис обращаться, и, соответственно, вас проконсультируют и помогут решить какие-то вопросы, если будут возникать. Обычный тест по Диле будет стоить 800 гривен за человека. По прилету он также стоит 800 гривен за человека. Если нужен срочный тест, это 1300 гривен. Его можно точно так также добавить или же в личном кабинете, если вы не видите в личном кабинете, тогда обратиться к менеджеру и, соответственно, по запросу вам добавят этот срочный тест. По регистрации, здесь, когда вы регистрируетесь, у нас есть анкетка регистрации, вы заходите, выбираете город, где будут тестироваться ваши туристы. Да, вы можете сейчас оформить ПЦР-тест для Подили. Никакой проблемы нет, вам просто нужно будет написать запрос на отдел бронирования, что вы просите добавить услугу тестирования в Диле, и вам добавят эту услугу в заявку. Когда вы выбираете непосредственно отделение, вы можете выбрать, вот у нас идут все вот эти регионы, это Черновцы, Ужгород, Вов, Житомир, все остальные, это то, что я вам говорила, будет, получается, на день больше результат. Если же по Киеву, это вот мы сегодня сдали, завтра забрали, послезавтра вылетели. Когда вы выбираете Киев, допустим, или другую любую регион, у вас анкетка будет одинаковая, вы выбираете отделение, которое необходимо, на какой вам улице. В Киеве, прошу обратить внимание, у нас есть 2 отделения, которые работают 24 часа, но если у вас нужны туристы, чтобы сдали в этом отделении, вам необходимо их зарегистрировать на сдачу теста не позже, чем до 17-18:30, в связи с тем, что потом отделение не увидит информацию о ваших туристах, если они хотят ночью сдать, допустим, вы сегодня их зарегистрировали в 19, а они в 2 часа ночи приехали сдавать. И, соответственно, их не примут, потому что лаборатория просто не увидит эти данные. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете, что у вас туристы сегодня хотят ночью сдать в час, 2, 3 часа, 4 часа ночи на каком-то из этих отделений, регистрируйте их, пожалуйста, отправляйте нам информацию до 17-17:30, это в крайнем случае, чтобы мы успели это все передать и, соответственно, у ваших туристов не возникло никаких недопониманий в отделении, когда они приедут. Для того, чтобы зарегистрировать, вам необходимо нажать «Подать заявку». Выбираете сначала, какое необходимое отделение, потом нажимаете «Подать заявку», выбираете количество там, туристов, допустим, 2, выбираете тест обычный. И, соответственно, проставляете, вам надо до вылета из Украины, то есть это по вылету отсюда в тур, до вылета и после прилета, это когда они улетели и, соответственно, прилетают, сдают, то есть вы выбираете сразу 2 теста и туда, и обратно. Или если вам нужен только по прилету, вы оставляете по прилету. Вы заполняете, соответственно, номер заявки, email обязательно пишите и пишете фамилии, даты туристов. Когда вы выберете галочку, одну из необходимых, вам выдаст соответственное поле. Если до вылета, то это дата и час вылета, вы выставляете дату и час вылета. Допустим, проставим сегодня какую-нибудь. Там 21. И, соответственно, вы заполняете email, обязательно нужно будет указать время, email и данные туриста. Когда вы это
укажете, вам вы отправите это, вы нажмете кнопочку «Отправить», вы отправите, у вас выпадет на экране дополнительное окошко, где будет прописано, когда туристы сдают и в каком отделении дату. И, соответственно, такая же информация у вас придет на почту, которую вы укажете здесь. Поэтому обратите внимание, если вы укажете почту туриста, то эту информацию увидит турист, но вы ее не увидите. И вы не будете знать точно, когда, если вдруг забудете за это окошко, не запишете, то вы, соответственно, не сможете проверить точно, если завтра-послезавтра, когда ваши туристы там должны были сдавать на самом деле этот тест. Поэтому лучше указывайте свою и просто туристу перенаправьте эту информацию, чтобы она была и у вас, и у него. У нас, в принципе, Дила, вы имеете в виду в городах, которых вообще нет? Как правило, у нас нет другого, к сожалению, лаборатории. Если у вас вылет из города, допустим, там Харьков, Киев или еще что-то, вы можете зарегистрироваться таким образом, чтобы они туда приехали, сдали, получили тест и уехали. Если у нас есть срочный тест, он где-то 12 часов готовится, поэтому ваши туристы просто могут заранее приехать, его сдать и уехать. Или, соответственно, вы можете выбрать только на возврате. Если в других... Ну, представительства нет в регионе, у нас, к сожалению, не будет возможности там, чтобы приняли, ну, как бы сдали ваши туристы тест. То есть нужно сдавать тесты, которые у нас есть в лаборатории, мы их, у нас все на сайте прописаны, соответственно, только там. Так. Смотрите, также хочу обратить внимание, что когда вы поставите до вылета и после, вам необходимо до вылета внести дату, именно дата и время вылета, а то, что после, то вы здесь ставите только, когда ваши туристы уже хотят сдавать даты и час сдачи тесту после прилета. Здесь вы дату просто проставляете и все. То есть, и в эту дату ваши туристы будут сдавать тестирование. То есть туда выставляем дату вылета и получаем информацию, когда нужно будет туристам прийти и сдать, а дату уже сдачи по прилету вы определяете с туристом самостоятельно. То есть это в день прилета, это на следующий день, это через день, когда он ему необходим, и если он ему необходим. Ну и, соответственно, если нужно просто вам одно только после прилета, то вы можете просто выбрать после прилета и заполнить эти данные, точно так же отправить, и ваши туристы смогут его сдать. Также прошу обратить внимание, что если ваши туристы обращаются и хотят вызов медсестры на дом, мы такую услугу не предоставляем. В этом случае туристам нужно будет самостоятельно прийти в Дилу или позвонить, и они самостоятельно решают с Дилой эти вопросы. Мы здесь, ну, как бы ничем помочь на самом деле не сможем. Это услуга, которую предоставляет отдельно Дила, и она предоставляет, как правило, ее только от 10 человек. Они меньше, чем 10 человек обычно это не предоставляют, не выезжают, поэтому если у вас 1, 2, 3, 4 человека, больше всего, что отделение может вам отказать. Поэтому эту услугу ваши туристы должны только напрямую самостоятельно уточнять, смогут предоставить, не смогут предоставить. И, соответственно, оплачивают и тест самостоятельно в Дилу, и вызов врача тоже самостоятельно оплачивают в Дилу, и все вопросы, какие будут возникать с отделением, это они будут решать самостоятельно. Когда ваши туристы будут идти сдавать тест, вы их регистрируете, но в день сдачи они должны будут сами заполнить анкету на сайте Дилы. У нас вот есть ссылочка, это которую необходимо будет передать туристам, и они должны будут ее заполнить на сайте Дилы, вот такую вот анкету. Здесь они заполняют все данные, которые необходимы. Назва корпоративного клиента они пишут TUI, потом они пишут все данные. Данные пишем согласно паспорту, потому что если неправильно будет указана дата рождения или фамилия, имя неправильно прописано, корректировке она не подлежит, эта анкета, поэтому она будет как бы недействительна. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание туристов, чтобы они заполняли эту анкету четко. И ее нужно заполнять именно в день сдачи. Никогда вот там мы сегодня купили тур, мы сегодня ее заполнили, а там через месяц сдаем. Нет, мы заполняем именно эту анкету именно в день сдачи. Здесь заполняются все данные, которые необходимы, возраст, пол непосредственно, контактные данные, проживание, и выбирается слежение, которое ваши туристы сдают. Если ваши туристы сдают срочно, вы выбираете вот этот первый коронавирус, который якостный FTD терминовый. Если ваши туристы сдают обычно, то вы выбираете второй сверху. Это у нас на сайте прописано также в информации, в описании. Сейчас минуточку найду, вам покажу. Вот, у нас прописано, какой необходимо выбирать
тестирования, поэтому вы можете также эту информацию дать туристам, чтобы они просмотрели и узнали, что непосредственно вот это вот таким образом нужно выбирать, когда они будут заполнять анкету. Они заполняют вот эту всю анкету, сохраняют ее, и когда они приходят в отделение, им дадут непосредственно подписать некоторые бумаги, которые необходимы на месте, они уже там ничего не будут заполнять и просто сдают тест. Если все оформить правильно, как правило, сдача теста, если не будет очередь, потому что, опять же, обращаю внимание, что записи по времени там не будет, вы приходите просто во время, когда работает отделение, и в этот период сдаете. Если в отделении нет очереди, вы пришли, никого нет, как правило, это занимает буквально там 2-3 минуты, вы сдали максимум 5, и туристы уже уходят, то есть там нет никакой сложности. Если у вас туристы из региона, но летим из Киева, не успеваем в регионах забрать результаты, их можно забрать оригиналы в Киеве. Только заранее нужно предупредить в отделение, что вы будете забирать не в этом отделении, где вы сдавали, а, допустим, там в Киеве на какой-то нам Курбаса, на Голосеево, в любом из отделений. И, соответственно, ваши туристы могут приехать в Киев или, там, допустим, в Харьков или во Львов, где они будут вылетать, приехать в отделение, забрать свои оригиналы и сразу же поехать в аэропорт. Если такое необходимо, вы это можете сделать, в принципе, никакой сложности в этом нет, но это по практике это часто задаваемый вопрос, почему сразу же вам проговариваю, чтобы вы могли сориентировать ваших туристов. Также что-то еще вам хотела рассказать. Да, еще момент. У нас есть по Египту некоторые отели, по которым предоставляется услуга дила бесплатно. То есть по вот этому перечню отелей вы можете, если вы бронируете больше, чем за 10 дней, выбрать бесплатное лабораторное тестирование. По этим отелям, когда... Что вы имеете в виду, можно в любую лабораторию? Инна, уточните ваш вопрос. Вы написали «добрый день». Можно в любую лабораторию дела. В лаборатории дела, которая у нас прописана на сайте, если вы имеете в виду зарегистрироваться. Потому что у них есть отделения, которые они не принимают тесты. Все тестирования, где можно сдать в деле, у нас на сайте прописаны. Здесь вы можете ознакомиться, если я правильно поняла ваш вопрос. Угу, значит, правильно. По бесплатному тесту, то, что я говорила, по вот этим отелям, если вы зайдете в тур больше, чем за 10 дней, вы увидите, что у вас будет еще возможность добавить лабораторный тест бесплатный. То есть вы проверяете, чтобы у вас не было добавлен платный, убираете, если есть, потянулся платный, нажимаете удалить платный, добавить бесплатный, и вам добавится бесплатный тест. Бесплатный тест, он предоставляется только на вылет из Украины в тур отдыха, то есть в Египет в данном случае. Если вы бронируете за 10 дней, он будет бесплатный. Если вы бронируете за 9 и менее, он будет 699 гривен ставить, то есть чуть меньше, чем по обычному тарифу. Если у вас туристы проживают, допустим, в другом регионе, и у них есть возможность добавить этот бесплатный тест, вы его можете добавить, но написать на отдел бронирования, что вы просите этот тест перенести на возврат. То есть ваши туристы, не могут сдать его, когда будут вылетать, они где-то в другом месте будут сдавать, но по возврату, чтобы сдать этот тест, вы можете его перенести. То есть вы напишите запрос на отдел бронирования, они в ваши заявки поменяют услугу лабораторный тест по прилету, и, соответственно, он будет бесплатный. И они, когда прилетают, вы их сможете зарегистрировать по прилету на лабораторный тест. Допустим, если они там в Харьков прилетают, в Киев, во Львов, в Одессу, они могут в отделение дела подъехать, сдать и получить, соответственно, если мне нужен оригинал уже в дальнейшем, получить просто в электронном варианте результат своего тестирования, который можно будет внести в ДИЮ и, соответственно, сняться с карантина. Это, в принципе, наверное, все по лаборатории. Если говорить, если есть вопросы по лабораторному, может быть, кто-то с какими-то вопросами сталкивался, что я не проговорила, давайте с вами напишите или можете включиться, задать. Значит, пока я так понимаю, нету. Смотрите, теперь, если подытожить то, что мы говорили по пакетному услугам, если вы добавляете все услуги в пакет, у вас получается следующим образом. Если мы, допустим, будем рассматривать Киев, так как с учетом у нас Киев есть от дома, то есть вы заказываете индивидуальный трансфер. Туристов забирают
Если анкету не заполнить день сдачи, то ваши туристы придут в отделение и будут еще тратить минут 5-7 до 10 минут заполнять, сидеть там анкету, ну, как бы будут задавать вопросы медсестре. Это обычно занимает достаточно продолжительное время. Могу сказать точно по практике, потому что наблюдали за этой ситуацией. Время очень люди много тратят на это. И, соответственно, если будет очередь, то ваши туристы будут задерживать эту очередь, пока они все это заполнят, пока их отправят на сдачу. Поэтому для экономии время туристов и, соответственно, более ускоренного прохождения, лучше эту анкету заполнить заранее, потому что, соответственно, это будет очень долго на месте. Так они экономят время, они пришли, сдали, ушли, особо ничего там не заполняя, ничего не делая. Они приходят обычно, как правило, в отделение, подходят к администратору, говорят, что они пришли сдать ПЦР-тест от ТУИ. Их сразу же понимают, кто они, грубо говоря, от кого они пришли. Они спрашивают фамилию, ваши туристы говорят фамилию. Их сразу же, как правило, там, анкету сводят, просто подписывают уже заполненную, идут, сдают и уходят. И потом, соответственно, там через время получают свой результат на почту. Если вы менее чем за 10 дней до вылета бронируете, у вас тест будет не бесплатный, у вас тест будет платный. И он будет стоить по тарифу 699 гривен. И вы его тоже можете перенести, в принципе, по прилету, что они сдадут, не по вылету, а когда прилетят. Просто если вы бронируете за 10 дней и более, тогда тест будет бесплатный. Но если вы бронируете меньше, чем за 10 дней, тест будет платный по перечню этого списка. Ну, если у вас все данные есть, туристы, вы можете заполнить, потому что в анкете заполняются личные контактные данные, место проживания, заполняется врач, который необходим, семейный доктор. То есть если ваш турист не против и вам может предоставить всю информацию, которая есть в этой анкете, вы можете заполнить в день сдачи, но только обязательно ее заполните. То есть вы это можете сделать, там никакой сложности ее нет, просто нужно обладать, скажем так, всей информацией о вашем туристе. Просто, ну, не все туристы готовы предоставлять всю информацию, которая есть. Угу. Так, хорошо. Смотрите, по пакетам то, что я вам туру говорила, если мы берем в комплексе, вы бронируете, когда туристам все услуги, получается, что лабораторный это сам по себе, он у вас уже, вы добавляете его в пакет, это услуга, как бы туристы пришли, сдали, спокойно ушли и уже не занимаются этим вопросом. И когда в день вылета их забирают, допустим, от дома, привозят в аэропорт. В аэропорту они проходят регистрацию, могут пойти сразу, вы можете забронировать им фаст-трек и бизнес-лаунж, то есть будет комфортно прохождение, им помогут это все. Если фаст-трек бронируете, это еще с доставкой до самолета. В самолете вы выбираете им определенные места. Они сидят, уже знают, где они, что и как они будут лететь. У них есть питание. Их покормят, и они будут не голодные. По прилету вы можете им точно так же заказать тот же индивидуальный трансфер, то есть их быстрее заберут и доставят на месте в отель. И, соответственно, на возвратном дороге они могут пути, скажем, тот же самый маршрут проходят, что более комфортно. То есть ваши туристы уже ничего не нужно думать, как они доедут, что на групповом трансфере надо будет кого-то ждать, что можно, может быть, где-то еще какие-то задержки будут. То есть это все проходит очень гладко, спокойно, и ваши туристы не переживают и наслаждаются просто отдыхом. И вдобавок в период отдыха вы можете им забронировать экскурсии. Мы планируем, может быть, еще сможем в ближайшее время добавить по Египту, пока что это в работе вопрос, и тогда вы сможете им полностью, скажем так, полный пакет предоставить комплексным услуг. И, соответственно, когда вы предоставляете такой комплексные услуги все полностью, вы дополнительно еще зарабатываете по 10% на каждой услуге, и это, как правило, еще где-то процентов 20, это вы можете дозаработать от стоимости тура еще на вот этих услугах. Это, в принципе, все. Если, может быть, есть какие-то вопросы, можем с вами еще обсудить. Напишите. Можете включиться, у кого есть микрофон, можем поговорить. Коллеги, нету вопросов? Хорошо, тогда давайте, у нас есть три подарочка. У нас есть рюкзак, есть у нас надувной круг
Это то, что у нас по Туи-шопу. И, соответственно, у нас есть небольшой чехол, который вы можете положить телефон, если идете на пляж, чтобы не попала на него вода. И, соответственно, есть три вопроса. Первое. Кто может написать три цифры, скажем так, по страховке багажа? Сколько стоит сама страховка багажа за чемодан? И, соответственно, какая идет сумма первой компенсации, какая идет сумма второй компенсации? Полностью на три вопроса ответила у нас Татьяна. Она получает в таком случае синенький у нас рюкзачок. Следующий. Так, давайте сразу сделаем вот таким вот образом. Полностью три вопроса у нас дала ответ Татьяна. Ой, нет, не могу. Давайте, чтобы я сразу комментарий напишем. Татьяна. У нас синий рюкзак. Так, хорошо. Следующий у нас вопрос. Это у нас будет круг надувной. Как вы можете добавить срочный тест? Коллеги, кто-то помнит, как добавить? Да, совершенно верно, опять Татьяна. Написать совершенно верно надо будет запрос. И последний вопрос. Под этот вопрос у нас остался чехол на телефончик. Вопрос состоит в том, какие услуги вы можете выбрать в Tui Transparent Hotels, то есть вот эти дополнительные услуги. Там 4 у нас услуги. Кто помнит? Коллеги, еще остался один. Немножко неверно. Нет. Дополнительные услуги, которые у нас не в пакете идут, а которые вы отдельно бронируете. Это Tui Transport and Hotel раздел я вам показывала. Отдельная. Сейчас вам найдем, где он у нас. У нас на сайте вот есть Tui Transport and Hotels. Кто помнит? Насколько мне известно, по-моему, вебинар был в записи, должны были подключить его. Вот, Лариса правильно ответила. Первая. Она получает у нас, соответственно, Лариса Орлюк получает у нас чехольчик. Коллеги, пожалуйста, те, кто выиграли, напишите нам запрос на add@tui.ua, что вы выиграли и, соответственно, что необходимо отправить, куда вам отправить эти подарки, мы вам отправим. То есть на новую почту и коллеги вам отправят эти подарки. Сейчас я вам напишу. Так, и смотрите, коллеги, у нас есть контактный номер телефона рабочий. Если у вас есть какие-то экстренные вопросы мобильные, сейчас я вам его тоже напишу, чтобы был. Вы можете в субботу на него обращаться, а в воскресенье это как горячая линия, поэтому если будет у вас вопрос, очень, ну, как бы, скажем, там, туристов не принимают в деле, не видят списки или еще что-нибудь, то в таком случае вы можете туда написать. И, или позвонить, там есть Viber, можете на Viber написать, можете просто позвонить, и, соответственно, коллеги вам помогут с этим вопросом. Минутку, сейчас я уточню. Дай мне номер, пожалуйста, рабочий. Угу. Минуточку, сейчас, то не помню по памяти.
этот номер телефона можете записать. Это наш рабочий мобильный номер телефона, поэтому вы можете, в принципе, выйти в день, если необходимо обращаться. В субботу у нас отдел работает с 10 до 17, и в воскресенье у нас сотрудники дежурят. Если есть какие-то экстренные вопросы, что нужно решить, вы можете обратиться, чтобы написать в Вайбере или позвонить. И, соответственно, мы проконсультируем по вопросу, который возникнет у вас с нашими услугами или, возможно, с чем-нибудь. Как бы еще вопросы бывают разные, поэтому ситуации тоже разные, поэтому обращайтесь. На этом, в принципе, все. В принципе, если, может быть, есть вопросы какие-то, могу ответить. Если нет, тогда будем с вами заканчивать. Все, коллеги, я так понимаю, вопросов нету, поэтому спасибо всем за внимание. Постараемся каждую неделю что-нибудь дополнительно еще проводить, рассказывать про наши дополнительные услуги, планируем еще что-то добавлять, обязательно будем об этом рассказывать. Все, всем спасибо, до свидания.